Поменялось все вокруг, мы цветов оставили бур, нам
Сергей. Сережа, сильно не напрягайтесь. Кто у нас Гриша? Горбей, ты Гриша? Да я не вам говорю. Не напрягайтесь, ребята, потому что Олег Макарович и Георгий Карпевич, ваши братья по крови. Макарович учился в Томске, а Георгий Карпевич в Екатеринбурге. Правда, учились они несколько лучше, поэтому играют сейчас не в КВН, а по-крупному. Это неправда, что лучше. Я всегда с ужасом вспоминаю, что я кончил все же этот институт. Я думаю, что мы будем говорить хором, чтобы сэкономить ваше время. Георгий Карпевич, раз, два, три. Мы любим вас. Всех вас. Мы вас любим. Мы любим вас. Заречный. Мы вас любим. Еще дружнее. Мы любим вас. Большое спасибо. Громче! Вы знаете, такой прекрасный праздник. Карпевич мне первый раз пригласил на него. Я просто восхищен. Что я увидел, я сейчас вернусь на работу, подпишу указ, по которому буду целый год мало-помалу платить заработную плату Карпевичу. Это ему подарок. А с Олегом Макаровичем мы обязательно... Желание, которое есть и у меня, и у него, обязательно построим четвертый блок и будем праздновать так! И последнее. Прекрасный праздник, прекрасные люди, остроумные. Я желаю вам успехов, здоровья, а я с вами все время! Thank you.